Привет, друзья! Сегодня мы опять отправились в путешествие по острову Тенерифе. Куда? Я расскажу вам чуть позже. А сейчас мы заедем на заправку, и я покажу вам местечко у дороги. Очень красивое и необычное. Оно называется Лос Рокес. Мы приехали на заправку. Бензин 1,129,95. Здесь можно перекусить, но мы еще не голодны. Мы находимся в местечке Лос Рокес. Вот здесь достопримечательности и красота этого места. Здесь такая лесенка, вон там смотровая площадочка. А вот это сам городок. Такой маленький, с красненькими крышечками. Можно пройти туда, прогуляться вдоль набережной. Пройдусь немножко по лестнице, пока Витя заправляет машину. Здесь реально красиво. А вот просто площадка для запуска дрона прекрасная. Ничего, como estás, mami? Te quería preguntar. Si estás pa' mí, no estás para los demás. Yeah, yeah. Mi amor, no pares, yeah. De ti siempre quiero más. La luna te la bajaré con estrellas en el mar. Yeah. Tú eres la chica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también. Me han contado que a ti te gusta lento, o sea el proceso, me imagino lo otro también. Cuando te va a ver, hace mucho fue que me disfruta, quieres más que yo. Espectacular la forma de cómo me hablas, pa' mí es tan peculiar. Para ser niños contigo, sí me gustaría entrenar, porque haciéndolo contigo me siento fenomenal. Que eso fluya, que me enamore, la culpa es tuya. Cuando me hablas, eso a mí me arrulla. Por eso es que quiero más. Quieres más que yo. Птички. О, красота. Классная набережная с тренажерами. Ой, как жарко. А здесь ходит рейсовый автобус. Не знаю, правда, откуда. А сегодня такой спокойный океан. Просто я удивляюсь. Когда мы едем в горы, океан спокойный, и надо бы купаться. Ящерица маленькая. Мы заправились и продолжили свой путь. Куда же мы едем? Мы едем на север острова, в прекрасный природный парк Анава. Мы хотим посетить реликтовый лес, которым знаменит этот парк, а также полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок. И вообще, поездка в этот парк – прекрасная альтернатива пляжному отдыху.
здесь такие живописные места. Это просто удивительно, какое лесное место. А это был Лос-Мерседес. Да, вот парк Ананка. Вот где-то должна быть стоянка. И мы уже, в общем, приехали. Красивая. Welcome Ананка Роал Парк. Здесь он указатель, туда можно ходить. Слушай, тут везде стрелки. Температура воздуха 18 градусов. Сегодня очень теплый день. А, вот, мы приехали на паркинг. Встань здесь пока что, тут посмотрим. Мы в парке Ананка. Ай, как красиво. Ну да, описание все на испанском, а не есть на английском. На этой смотровой площадке. Да, вот так стемнело у нас, и сейчас пошел дождик. И дождь через эти кроны практически не проходит. Да, это тоннель из деревьев получается у нас. Просто супер. Просто вообще какой-то сказочный лес. Какой красивый. Крус де Кармен, Сан-Андрес. Все, мы уже приехали практически. 2 километра осталось. Повезло с парковкой. А что это? Мне больше всего понравился вот этот вот жучок. Кто это такой сделал? Посмотри, из чего он сделал. Из разных остатков труб, из отходов, короче, пластиковых. Супер. Надо же такое придумать. Не знаешь, что это? А, да. А вот туда можно пойти, и там что-то есть. Ой, тут вкусно пахнет. Можно кофе попить. Вот офис. Здесь можно взять, я думаю, какую-то информацию по парку. Так, вот в этом информационном офисе я взяла вот такую карту. И тут можно смотреть, где мы, что мы. А, вот пешеходный маршрут. Видишь, какой есть. На стоянку опускается туман. Прямо здесь. Надо же. Можно вот здесь попить кофе, поесть. Вон там еще какое-то строение, видишь там. Угу. По-моему, это даже не туман, это дождь, что ли. Что-то такое. Но это туристов не останавливает. Погода нас не балует сегодня. Мы еще продолжаем наш маршрут. Все с фотоаппаратами, такими огромными. Все что-то хотели снимать. Сегодня день несъемочный. Через 800. Какие все-таки спортивные люди, я не знаю. Они все тут по тропам где-то ходят, машины стоят. А где люди? Людей нет. Они ходят по тропам. Да, все в тумане, все темно. Да, вот такие фотосессии здесь устраиваются, в этом лесу.
А здесь сейчас тусят поляки. Эти все деревья покрыты мхом. Они вот так вот висят, мох. Это просто как какой-то сказочный лес. Здесь какая-то влажность, огромная Да, вот здесь был прекрасный паркинг, но все закрыто. Я подозреваю, что здесь и туалеты были. Машины оставляют прямо на дороге. Кто-то хочет идет пешком, кто-то хочет идет на машине. Но красивое место, правда? И так зелено, просто непривычно. Мы вообще на юге живем. Это смотровая площадка. Вот тут указатели, куда что, сколько километров. А мы пошли сюда. Смотрите, Эль Мирадор. О, тут ничего не видно. Прекрасная смотровая площадочка, но ничего не видно. Вон, смотри. А вон там ползет туман. А посмотри с этой стороны, как туманно. Боже мой, ты посмотри. Ты такое еще не видела, смотри. Просто бездна. Это туманчик. И он сюда идет, смотри. Ага, вон он. Да, поехали. Да, поехали. Ой, какие елочки. Да, тут елочки.
красавицы, елочки, елочки, иголочки. Ну что, тут ресторан. Да. Здесь дорога, по-моему, чудесная. Где? Ну вот сейчас мы ехали. Чем плохая дорога? Она ничуть не хуже, чем гора. Третий съезд. Мы покинули смотровую площадку Пика де Линглес и вместе с ней парк Анага. К сожалению, нам не повезло с погодой. На этой площадке мы должны были видеть прекрасные виды и снимать на 360 градусов. Но такой возможности у нас не было. Сегодня день совершенно несъемочный в горах. Наше знакомство с парком Анага состоялось, и мы всем рекомендуем там побывать. Может быть, вам больше повезет, и вы увидите все красоты в лучшем их виде. А также совершайте пешие маршруты, которых там очень много. Готовьтесь к ним, берите рюкзаки и в путь. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!